Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed. Я сейчас переместился немножко в другую точку на нашей планете Земля, как ну, те, кто смотрит все мои видосы, думаю, знают, что я сейчас в Корее в Южной нахожусь, вот, и поэтому, собственно говоря, была такая большая задержка, был такой большой разрыв между сериями, потому что я ну, сюда приехал, нужно было как-то обжиться, понять, что куда. Ну и плюс нет совершенно времени, я сейчас работаю на заводе, и там много работы, много заказов, и порой прихожу за полночь домой, поэтому сами понимаете, что что-то записывать 12 часов ночи проблематично, причем вставать уже надо будет в 7 утра, вот, поэтому, да и вообще я сейчас живу в трехкомнатной квартире, и я здесь далеко не один, у нас тут сейчас 8 человек живет, так что сами понимаете, не так это просто. Ну вот сегодня что-то типа выходного у меня. Вот, тут люди, ну, кто на работе, кто пошел погулять, кто позагорать, жара, кстати, страшная стоит, вот. Ну ладно, давайте я вам, может быть, в процессе игры тогда что-то еще расскажу, а сейчас не будем углубляться в это дело и начнем быстренько тогда прохождение, собственно, вы ради этого тут и собрались, вот. Что же, как по нашей заведенной уже традиции, начнем с заводского пилота. Так, тут у нас уже пройдено на 58%. О, Бокстер. Отлично. Привет, Игл. Мы собираемся сделать несколько гоночных заездов после работы. Я что-то я тут не пойму, я слышал, что твоя репутация. Короче, видать, крутая репутация. И Билли новый тест-драйвер наш. Уверен, что его время никто не сможет побить. Как-то так. Ну, в общем, меня решили сравнить с каким-то новеньким Билли. Ладно, поехали. Я думаю, говорит, пришло время преподать этому новому мальчишке урок. Где лучше выиграть гонку? Или Билли никогда не запинался. Ладно, постараемся выиграть, дабы заткнуть все-таки рот надоедливому юнцу. Сейчас немножко расскажу, что тут было как за время моего отсутствия. Я сейчас на ноутбуке все это дело записываю. Дома-то я играл, естественно, на компе, и поэтому тут я и сейвалки с собой, оказывается, не взял. В общем, мне пришлось Porsche, вот этот вот Unleashed, ну, заново перепроходить. Заново и ну, доходить до того момента, где мы были с вами. И поэтому тут немножко могут отличаться цвета машин, допустим, те, которые были в первом прохождении. И я наконец-таки ну, знаю уже о том, что тут нужен будет слот дополнительный, освободил его. В общем, теперь у нас есть Porsche GT2. Тот самый, который мы с вами благополучно просрали.
А куда ехать-то? Так, надо. А, какое время? Required time 1:28. А, я врезался чуть-чуть, а 2 секунды дали. Ладно, давайте еще раз. Вот. Three, Ну и в two, общем, теперь у нас есть этот самый Porsche. Правда, я не знаю, где его можно применить. Я так понял, что на нем покататься можно будет только на, ну, в аркадном режиме, там, наверное, так. Ну, может, мы с вами как-то потом отдельной серии запилим это дело. Посмотрим. Может быть, даже как-то и в карьере можно воспользоваться этой тачкой. Не играл долго. Кстати, тоже скачал тут других не по спидах, у меня теперь на компе, но на ноутбуке нету. Так, ладно. Я и знал, что не смогу. Понятно. Давайте еще раз. Короче, поставил себе андеграунд, нормально у меня на компе. Скачал код Pursuit 2. Тоже хорошо идет. А вот скачал Porsche Unleashed на версию для компа. Блин, я начал подключить. Но она получается самая старая из всех трех, которые я нажал. Видимо, она с семеркой как-то плохо работает. Потому что какие-то ошибки вылазят. DirectX не тот. Хотя она запускается, но вылетает. Блин, я посмотрел, конечно, графон версии для компа, но что там не сравним просто с тем, что мы сейчас играем с тобой. Так, ладно, постараюсь тебя прибавить. Подход сегодня выхватило, задело. Физика другая, графика, ну, в общем, Congratulations! О, You есть. beat the track record! На 24 и... А, за damage. Ну, то есть, один раз врезался, 1 секунду дали, да? Понятно. Короче, все равно. На 3 секунды уделали. Ладно, поставили на место выскочку Билли. Поехали дальше. Блин, Hot Pursuit 2 поиграл, тоже ностальгия накатила. Я, правда, в нее я играл уже вообще. Я, по-моему, в универе учился. Но все равно. Это круто. Так, сейвимся. Да, конечно, переписать. Так, давайте посмотрим. 5%. 66. Ну и теперь основное блюдо. Пойдем добивать наши чемпионаты. Так, надо, я вот толком не помню уже, что у нас там пройдено, что нет. Ладно, сейчас определимся. Так, у нас можно зайти вот сюда, в Porsche Center. А, нет, Home. И в Trophy Room. Да, у нас остался первый только класс не пройденный в золотой эре. Так, и Weekend Trophies. А, тут, собственно говоря, только 924 пройден, да? Так, сейчас посмотрим. Следующий у нас 944. Можно ли первого класса он или нет? Racing Trophies.
650 с вами. Так, ладно, давайте посмотрим, что за 944. Так, так, так. Опции. Какие опции? Force Center, Use Cars. Ну, для начала Abused. Select. Так, вот 944. Ой, третьего класса. Ё-моё. А чё первого класса? Этого Porsche класс классик, что это значит? Класс 3. А вот есть второго класса 4 PS. Давайте не так сделаем, это вслепую покупать. В турнире-то что можно участвовать? А, в турнире чисто первый класс. Какие тут для меня? 959, 998, 990, турбо. Видимо, самый крутой здесь будет 990 турбо. Я так понимаю. Но денег 50 тысяч всего. Я так понимаю, бабла-то не хватит. Так, в общем так, ребята, я прогнал еще раз чемпионат класса 2, что денег не хватало. Тут, в принципе, машина крутая, и протестил это 928 GTS. Самая крутая, но на нее слишком много денег надо. Так. Car Select. Вот, 928 S-ку достаточно взять. Вот S-ку. В общем, 90 тысяч, да, у нас там было 60. Вне записи, в общем, я еще раз проехал в чемпионате класса 2 и подзаработал еще деньжат. Купим сейчас вот эту вот неказистую машинку. Выглядит, конечно, она очень смешно. Вот. Так, давайте и цвет поменяем. Хотя, как я понял, какой цвет ей не ставь, от этого суровее выглядеть она не будет. Не знаю, давайте какой-нибудь бордовый возьмем. Так. Прикупим. Может быть, тут и 959, конечно, рулит лучше всего. Но на него денег тупо не хватит. Он какие-то немыслимые деньги стоят, 420 тысяч, это вообще жесть. Ну, в общем, ладно, поедем сейчас класс первый. Ну, видимо, тут еще не раз придется проезжать или это чемпионат, или, ну, в принципе, он самый денежный, потому что тут, чтобы накопить на этот Short Tail 917 там бабла надо немерено просто. Ну ладно, это у нас будет такие проблемы немножко дальше. Сейчас у нас на очереди первый класс, так что поехали. Блин, неудобно сидеть, ноги затекают. А, так, поехали. Погода снежная. О. Да, кстати, ребята, за звук извиняюсь сразу, но лучше его не удастся сделать, потому что гарнитура здесь у меня совсем другая. Здесь
что имею, тем и пользуюсь. Это обычная телефонная гарнитура с микрофоном, поэтому я понимаю, что звук сейчас, ну, по крайней мере, моего голоса очень плох, но лучше пока никак не сделать. У меня здесь ничего нету, как вы сами понимаете. Зарплату я здесь еще пока тоже не получал. Вот. На днях должны дать. Ну, по сути, вот месяц прошел. И после 15-го будет зарплата. После 15 июня. И может быть что-то удастся прикупить, но тоже, опять же, не факт. Поэтому пока будем довольствоваться тем, что имеем. Вообще, если все пойдет хорошо, на работе все будет нормально, с жильем, вообще, в общем, я планирую тут остаться надолго, и, соответственно, это будет, ну, эта территория, в общем, станет моим домом. Поэтому будем как-то справляться с трудностями. Потому что, ну, у себя реально дома, ну, в России, я, скорее всего, окажусь не скоро. Ну, посмотрим. Это еще не факт. Так, вот на тестовом прогоне у меня тут лучше был 928 GTS соперниками. Вот, и сейчас что-то они отстали. И он так прям плотничком со мной ехал. Я удивился, что 959 тут не тащит, потому что он тоже в гонке был, но он приехал третьим. Как-то так отстал намного. Я удивился, неужели бы моя машина за почти полмиллиона совсем не едет. Не, ну, может, там дело, конечно, в прокладке пресловутой между рулем и сиденьем. Но странно. Но это и хорошо, что он не валил. Что пришлось копить на него, а это полдня пришлось бы зарабатывать эти полмиллиона. Конечно, можно продать машины, те, которые в гараже есть. Они вряд ли нам понадобятся, но как-то я не сторонник продажи своих же машин, которые нам уже хорошую службу сослужили. Ну, такие. Они превращаются тут же в классику. Как-то их жалко продавать. По мне так лучше. Какой-нибудь чемпионатик еще проехать, подзаработать бабла. Ну, если что, я буду это вне записи делать. Потому что, ну, зачем? Я просто буду набивать деньги и тратить время. Смотреть, как я зарабатываю баблище. Думаю, не очень интересно. Так, ну что же, неплохо, проехали. Я даже не ожидал, если честно, что получится так легко. Ну, тем лучше. Так, 5000 Блин, маловато. Тут уже машины так разбиваются сильно, что надо за победу, блин, еще фонарик давать. Так, 1000. Ну ладно, хоть в плюсе. То хорошо. Хотя вот корпус, я так понял, его вообще можно не чинить, потому что он вообще ничего не влияет. Да и вообще, я смотрю, тут повреждения, кстати говоря,
Ну или мало влияют, или вообще практически не влияют. Ну, может, надо машину совсем в хлам разбить, чтобы что-то в ее поведении изменилось. Но вот так вот я не ощущаю, что, когда едешь на разбитой машине, чтобы она там как-то особо хуже себя вела. Даже в том же четвертом Need for Speed, ну, в High Stakes, там, если машину серьезно разбил, то она у тебя там вести начинает, и там, допустим, спойлер оторвался, все, избыточная поворачиваемость, жопу постоянно заносит. А тут как-то пока этого я не заметил. А, единственное, знаете, что это тормоза вот ощущается, когда тормоза разбиваются, ну, там же есть отдельная колонка, починка тормозов, то да, машина действительно хуже тормозит. Ну, просто это сказывается на дистанции торможения, то есть надо заранее тормозить, начинать гораздо раньше, ну и то это так. Не сильно отражается на скорости. Чё, давайте немного о Формуле 1 поговорим. Как вам вообще этот сезон, как новые машины, чемпионат вот по-новому идет сейчас, наконец-то гегемония Мерседеса. Ну, для кого-то наконец-то, для кого-то это разочарование, наверное. Закончилась гегемония. Без чемпиона мира мы сейчас ездим, по сути говоря. Действующий чемпион на диване валяется. По телеку гонки смотрит. Кстати, в Монако Росберг засветился. Ой, в качестве берущего интервью. Как-то видно было, что он немножко растерян. Не его это амплуа явно. Обычно давал интервью, а тут берет. Вот, и вообще, за себя скажу, новые машины выглядят просто великолепно. Мне очень нравится, как они выглядят. Очень такой агрессивный вид. Мощный. Но прогнозы скептиков и специалистов оправдались. Обгонов стало гораздо меньше, стало гораздо сложнее обгонять, поэтому гонки, я бы сказал, у нас в этом году, даже несмотря на ДРС, да, гонки вернулись больше к формату где-то 90-х, начала 2000-х, где каждый обгон был, в общем-то, на вес золота, и это был, ну, такой, даже я бы сказал, творческий процесс. То есть так, каждый обгон, он там готовился несколько кругов, да, и потом была попытка атаки. Что-то вот такое же примерно. Ну, кому-то это нравится, кому-то нет. В принципе, все равно, конечно, были и скучные гонки, как и всегда, но в целом борьба достаточно интересная идет, плотная. Лидирует Феттель в чемпионате. Это вообще кошмарики для болельщиков Мерседеса. Мне в этом году вообще как-то смотреть Формулу-1 стало, ну, немножко необычно. Впервые за много-много лет, вот серьезно, я смотрю Формулу-1 и особо ни за кого не болею. Я просто смотрю каждую конкретную гонку, как вот какой-то такой, ну, мощное спортивное мероприятие, но без привязки к личностям, да. Потому что, ну, как бы сейчас борьба идет, по сути, опять же, между двумя пилотами, да, двух разных команд, правда, теперь. Вот. И
если честно, мне по большому счету плевать что на того, что на другого. То есть я не являюсь болельщиком таким ни Феттеля, ни Хэмилтона. Ну, Хэмилтон, можно сказать, мне все-таки чуть-чуть больше импонирует. Вот. Но за Феттеля я вообще никогда не болел. Хэмилтон еще как-то. Вот. Поэтому я сейчас смотрю борьбу за титул, ну, собственно говоря, основную, да, которая у нас есть. Основное блюдо. И, в общем, интересные такие какие-то ощущения, что эмоций нету. С этой точки зрения для меня вот чемпионат как-то, ну, именно вот этот подпросел. То есть мне его не так интересно смотреть. И теперь точно уже понятно, что бороться будут по-любому только Феттель и Хэмилтон. Потому что то, как поступают с Райкконеном, поступили в Монако, понятно, что он однозначно второй номер. Я не знаю, что должно случиться. Ну, то есть Феттель должен сливать каждую гонку, а Райкконен прибавить. Вот. Тогда, может, что-то поменяется, а в остальном нет. Боттас сразу было понятно, что никакой там борьбы за титул толком-то не будет. Ну, выиграл первую гонку у нас в Сочи. Молодец, конечно. Но все равно видно, что я бы второй номер не тянет немножечко. Вот. За Даню, блин, обидно, что постоянно у него какие-то проблемы. Постоянно что-то случается. Вот Канада была буквально в воскресенье. Да, и опять вот вроде в квалификации все более или менее шло. Хотя опять же машину чуть-чуть там разбили. Ну, я имею в виду, что Сайнца там опередил. Да и в гонке вроде бы ехал неплохо. Но вот этот вот старт. Заглохший мотор. Потом это двойное наказание. Это вообще такой бред. Как можно наказывать человека два раза? Не то наказание. Формулировка просто идиотская. Ну, реально тупорылая. Не то наказание дали. А почему вы не то наказание дали? Вы что там, горстка идиотов сидите, что ли? В судействе. Там сидят профессионалы, там берут гонщиков. Ну, то есть они понимают, что они делают, понимают суть гонок. Как... Извините. Эмоции. Как можно... ну, в общем, вы понимаете, что эмоции у меня через край бьют. Когда я гонку смотрел, правда, я смотрел в записи, сейчас вообще все гонки в записи смотрю здесь в Корее. Нету возможности в прямом эфире. Ну, в общем, бомбило у меня там жутко. Не взяли, впаяли еще один штраф. Я такого вообще не помню, чтобы... То есть судейство затупило, да? Извините, говорят, мы ошиблись, но надо еще раз штраф дать. Теперь правильно. А если бы они второй раз дали неправильный штраф? В общем, вот, кстати, что-то тормоза вообще никак не работают сейчас. Всем не тормозят. В общем, борьба за титул для меня такая. Ну, то есть, я на нее смотрю спокойно. Я говорю, это непривычно. Но вообще сезон интересный. Force India в своей розовой окраске. Я сейчас вообще очень рад за них. Они едут прям как... Ну, не чемпионы, но если взять вообще уровень их машины, зная их финансовые проблемы, вообще все, что у них там внутри команды творится, Force India, я прям за них очень рад. Молодцы. Вильямсы, по сути, ну, они сейчас по большей части вот с Вильямсами сражаются за четвертое место, но по сути Вильямсы один всего гонщик. Тролл, это так. Ну, мальчик приехал на Формулу-1 и взял на прокат машину покататься.
Вот как-то так. В Канаде вот он молодец, конечно, 2 очка взял. И, кстати, он там ехал уже совсем по-другому, там обгонял. Ошибок вот, не было почти. Вот. Но все равно, считай, треть сезона и вот первая, по сути, гонка, где там что-то как-то более или менее поехал. То есть до этого масса. А если масса сходит, то все, Вильямс очки вообще никак не набирает, даже возможности нет. Поэтому, а в Force India Окон, смотрю, раскатился в Канаде, там даже эмоции стал проявлять. Типа, что за ерунда, Перес? Какого лешего меня острый перчик не пропускает. Ну, в общем, некий конфликт там назрел. Да что ты, да ладно тебе, блин, на сам финиш обошел, урод. Ну вот видно сейчас, кстати, было, что машина просела. Хорошо я ее, конечно, тут разбил. На левый борт она у меня завалилась. Но и опять же не скажу, что вот сейчас что-то ощущалось, какая-то, там, не знаю, поворачиваемся, избыточно, недостаточно. Просто машина визуально просела. Как бы на управляемости. Не шибко-то что-то и изменилось. Так, ладно, идем дальше. Последняя трасса, да, получается. Так, разбил я ее, конечно, сейчас. Так, корпус чинить не буду. Что там эти царапины, это ерунда. Так, это что у нас? Вот тормоза. Но все равно в небольшом плюсе. 200 рублей. Так, это что? Лишка. О. Блин, ну ладно. Поехали. Так что вот такие дела. Как-то так. Ого, какой там тёщин язык впереди. Вот это да. Что-то тут жужжит у меня в ушах. Так, куда это ты поехал, слышь? Ну-ка иди вон. Спокойно, спокуха, ребят. Все хорошо. Так, перчу в обратку и... Да блин. Вы что там, прокачались, что ли, а? Трасса, конечно, совсем не знакомая. По вот этой местности еще ни разу не видел. Ой, что сейчас будет? Тут вроде бывали уже, да? Где-то. На побережье. На узких этих улочках. Шотландии. О! Ну, ладно, это последняя гонка. Машина нещадно эксплуатируется, убивается просто в хлам.
Так, опять он тут рядом где-то. Ого! Да, блин. Местному управлению, наверное, невозможно никогда полностью привыкнуть. Правда, опять же, говорю, у меня перерыв был. Что от меня. Ай, вот это очень плохо. Таких крупных ошибок нельзя совершать. О, все, улетел бы нафиг. Да. В море. Прямых-то быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Камеру использую тоже с ноута, и я смотрю, что она тоже хуже качеством, чем та, которая дома была. Ну, в общем, да давай ты едь, ну боком же встал, ты за что там зацепилась-то, а? Ё-моё, сейчас он еще на серпантине оторвется от меня, урод этот. Предельная концентрация. Пока замолчал. По-моему, даже там искры были из-под колес. Все. Это была ошибка, стоящая победа. Ай, блин. Вали от меня. Ху, вытащил. А, вот это да. Напряженная гонка, последняя прям получилась. А, хорошо. Мне же самому понравилось. Ну, понравилось, конечно, потому что я выиграл. Бомбил бы сейчас тут. Так, ну что, класс первый пройден, остались мелкие гонки, уикенд и чемпионат, да? Так, что мы имеем по деньгам? Угу. То есть достаточно просто все чемпионаты выиграть, да? Не, ребята, пока мы не пойдем в Modern Era, у нас еще есть незаконченные дела здесь. А именно, так, 924-й, по-моему, проехали, да, вот 944-й. Трофи. Так.
528 можно проехать. 259. Блин, все-таки надо же 420 брать. О, так тут и призовые 50 тысяч, ничего себе. Смотрите, или здесь, да? Совсем. Ни о чем. 8 тысяч. Но оно всегда так, в принципе, и было. И 959, 50 тысяч. Ну, правда, машина стоит, конечно. Сумасшедших каких-то просто денег. Так. Да, и Circuit Race. 60 тысяч за Spider и 150 за 917. Ну, сам по себе 917 болит 2 миллиона стоит. Чтобы на него заработать, надо будет. Ну, можно вот на этом, в принципе, 150 Spider проезжать. Что, тут одна трасса, я думаю, да? Как и первая классическая эри была. Так, давайте-ка посмотрим еще раз Trophy Room. Weekend заезда. Что мы там проехали? А, можно проехать 944 и 928 еще. Машины же есть у нас. Давайте, наверное, так и сделаем. И на этом завершим. Так. Да нет, наверное, все-таки одну гоночку все проедем. Так, Weekend Race. 944. Поехали. Эх, не чиненный он совсем. Да ладно, я его чинить не буду. Нормально. Ночью. Ого. Не, ну ночные-то гонки, в принципе, были уже. Так, ночью, что за трасса? Что-то я не углядел. Поляйте. Фландия. А что фары-то не горят? А, то, что не починил, что ли? Хотя тут света от них все равно нету. А что ты так уехала? Вперед. Ничего себе. Чё, парень, что-то попутал, видать. О, все здесь. Вы чё, пацаны? Да я вообще на море еду. Чё вы ко мне пристали? Нифига он на прямых отрывается. Вот это был, блин, поворотец, просто впечатал его. Жесть. Ты погоди, как отрываться-то? Блин. Красота. Достаточно короткая, точнее она больше не короткая, а скоростная. Обалдеть. Надо, кстати, заметить, возможно, когда машина не починена, допустим, там максималка страдает от этого. Что-то типа того, разгон там. Тихо, тихо, тихо. Да куда? Куда ехать-то? Правильно. Что это было, нафиг? Вроде встал на колеса, потом бац, снова мордой в стену. Еще не видно ничего, никакой подсветки. Нифига. Еще куда еду? Заблудился.
родился. Тихо там. А, ну вон искры из меня летят. Блин, на хвосте сидит, подлец. Вот это место вообще палевное. Блин, это ж надо, а? В одном и том же месте два раза подряд слиться. И это перед финишем. Вообще машину разбил, кошмар. Ладно, короче, все, на сегодня закончим. А то что-то плохая какая-то гонка последняя оказалась. И у меня уже ноги болят, если честно. Сидеть на этом полу. Надо будет стол потом себе купить в квартиру, блин. А то как бомжи, как-то это не по-русски. Без стола и стульев. Так, ладно, засейваемся сейчас, давайте. Не забыть его сразу. Так, ну что же. Можно сказать, что я... Вернулся, правда, не в том виде, в котором бы хотелось немножко. Техническая сторона пострадала от этого, но со временем, надеюсь, все исправим. Вот. Ну и опять же, не ждите, что видосы будут выходить часто. То есть, буквально с миру по нитке. То есть, записывать буду серии, когда вот какие-то такие дни или... Рано с работы буду приходить, когда, опять же, ну, так, разгрузимся чуть-чуть, заказов будет меньше, либо, может, выходные какие-то. А так, когда вот в полную силу работаем, ничего, никаких видосов, сил вообще не остается. Вот, может, какой-нибудь бложик запилю, но, опять же, для этого нужно время, место. Здесь в квартире тоже не особо удобно. Когда полная квартира людей, сами понимаете, сидеть что-то записывать. Вот. Ладно, с вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. В общем, увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока, удачи!